Привет, друзья! Сегодня будет у нас видео такое без подготовки, без сценария. Будем рассказывать о проекте Bitex, так как очень много задают вопросы. Мне в личку начали писать там ребята, которые вообще сразу даже не поняли этот проект и задавать начали такие вопросы, которые, ну, в принципе, правильные вопросы, потому что проект, они все видят, что люди начали хорошо зарабатывать, и те, которые раньше считали что-то несерьезное, что там все это как-то не так, как им хотелось бы, не так все быстро развивается, как в некоторых там проектах типа Вегаса, и когда людям обещали там на старте там 100 иксов, а здесь всего лишь там буквально там, ну, там, ну, как с запуска биржи, там на 30% токен вырос, и доходы выросли на 30%. Ну, люди начали присматриваться. Смотрите, друзья, прошлую трансляцию был наш партнер Сергей, который у нас красавчик, который именно заходил в данный проект, и мы его как бы и позиционируем, проект, который для людей, которые хотят зарабатывать на пассиве, не хотят, чтобы их деньги там где-то там просирались, лежали где-то в банке под кроватью или там в каком-то банке под 7% в год. Они хотят, естественно, с какой-то долей, минимальной долей риска сделать так, чтобы заработать максимальное количество денег. Серега вышел, по-моему, мы считали в рублях 59 тысяч рублей, это где-то там, по-моему, или 500 долларов в неделю. То есть он получает в неделю доход, который, ну, многие там не получают, наверное, на работе за месяц. И поэтому, ребята, давайте сегодня, мы сегодня тоже собрались командой и будем рассказывать тоже, у каждого из наших ребят, из нашей команды, из нашего Crypto Leaders клуба есть какие-то свои достижения, свои результаты, и каждый поделится своим опытом. Потому что мы не хотим там рассказывать какие-то цифры, там, как лидеры зарабатывают. Мы хотим, чтобы все видели, сколько и как можно зарабатывать. Именно обычным людям, которые заходят в клуб для того, чтобы там зарабатывать именно в тех проектах, на которых мы зарабатываем всей командой. Так, сегодня с нами Толик. Толик, привет. Расскажи, поделись своим опытом. Даем тебе слово. Как тебе вообще сам проект? Я хочу сказать большое спасибо организатору Олегу, тем ребятам, кто собрался. Даже начну не с Bitex, а не с самого проекта. Да, я очень доволен, что я попал именно в клуб Crypto Leaders, потому что это такой очень классный толчок, очень классный шанс научиться зарабатывать даже тем, кто не умеет. Несколько проектов их очень достойных, очень крутых. Ну и основной тот, конечно, по какому бы поводу сейчас собрались, это Bitex. У меня все просто. Меня набрала в Телеграме девочка Аня, она с нами сейчас присутствует. Сказала: Толик, нужно. Проект супер, давай будем пробовать. Ну, давай. Я не заходил на какие-то космические суммы, там 5-10 тысяч долларов, 1000 долларов. Я начал с минимума практически, да, 200 баксов. И рассчитывал, что через год я заработаю 400. Случилось так, что только на росте самого букса я уже плюс 30% имею. Но, скажем так, это мелочь. За месяц я заработал более 400 долларов, а хотел их заработать за год. Я думаю, что мало в таких проектах за месяц можно сделать плюс 100%. Это просто, не знаю, для меня это очень классно. Казалось бы, да, 200 долларов, сумма и небольшая, там, в принципе, и не маленькая. Был какой-то страх ее потерять, но я знаю, что я нахожусь именно в клубе, в том, который выбирает безрисковые проекты. Как бы без сомнения инвестировал 200 долларов и 400 уже в плюсе. Пусть, если кто-то будет там смотреть эту трансляцию, пусть мне даже в личку там пишут и расскажут, где еще можно заработать просто без риска и, скажем так, ну, практически моментально. Для меня месяц – это моментально. Это что касается Bitex. Очень классный проект, повторюсь еще раз. Очень радуюсь. Смотри, а вот, да. Вот расскажи, что тебя именно привлекло в этом проекте, потому что вот большинство людей, вот они как бы готовы, как вот, ну, вот я общаюсь
там очень много людей за день, они готовы вкладывать какие-то проекты, которые там, ну, им обещают тут космические проценты, какие-то там рассказывают про какие-то там торговых роботов, да, это такое вообще любимый миф этих всех проектов, что у них есть супер торговый робот, который там торгует там и чуть ли не по 30-50% в неделю там им зарабатывает, но там основная проблема, что он сливает потом, бывает, все там депозиты и все такое. Здесь вот расскажи просто, почему ты, ну, чем выделяется данный проект, почему? Понятно, что, естественно, в любой инвестиции есть свой риск. И, ребята, смотрите, те новички, которые смотрят, ну, те, которые уже серьезные инвесторы, они знают это основное правило, что никогда не инвестируй те деньги, которые боишься потерять, потому что везде есть человеческий фактор, и никто, если вам начнут рассказывать, что тут абсолютно все стопроцентное, такое, это неправда, ребята, везде есть риск. В чем прелесть и, так сказать, свои минусы инвестиций, что здесь можно как очень много заработать, так и потерять деньги. Ну, поэтому основное правило, о котором я всегда говорю, не инвестируйте те деньги, которые боитесь потерять. Здесь минимальный вход был там от $50, минимальный пакет. Сейчас подорожало на 30%, уже выросла данная монета, и он где-то там уже стал около $60, может даже чуть больше. Это те деньги, которые любой человек может себе позволить, это больше, ну, меньше, чем там любой курильщик тратит в месяц, там, а иногда и в неделю, на то, чтобы убивать себя, там, легкие свои, и стремительно мчаться к раку, и со всеми, там, так сказать, вытекающими последствиями. Ну и плюс те, которые там, опять же, любят поесть и всякое, ну, вы сами понимаете, не самые приятные и полезные продукты, опять же, не ведущие к здоровому образу жизни, тоже денег тратят намного больше. То есть большинство людей просто не умеет распределять деньги. У всех есть деньги на инвестирование, на то, чтобы начать инвестирование и реально заработать. Суть данного проекта здесь взята именно модель Binance Coin, которая доказала уже свою уже эффективность. Сейчас я покажу, у меня специально даже открыто. И опять же, это для новичков и для тех, кто первый раз смотрит презентацию по данной бирже Bittrex. Смотрите, здесь взята за основу модель Binance Coin, на которой люди тоже покупали, они стоили там 10 центов, и она выросла в 400 раз. То есть человек, который на $100 купил этих монет, он потом их мог продать за $40,000. То есть можно было закрыть и там свои там проблемы, там, например, кто-то хотел купить машину себе хорошую, мог купить эту машину, там, квартиру, даже квартиру можно было взять довольно-таки приличную. И это всего лишь там с вложениями, там, те, которые может позволить себе каждый. Плюс, опять же, Forbes писал о них, о данной бирже Bittrex, и многие там зарубежные издания, они сказали, что это один из лучших инструментов, который позволяет любому человеку, даже тот, который не занимался и не слышал про инвестиции, сделать такой вклад в свое будущее, по сути. Все знают, как люди зарабатывали на тех же биткоинах, которые покупали они за копейки, а потом они стали стоить там десятки тысяч долларов, там почти до $20,000, а стоили центы. Здесь взята та же самая модель, и она уже себя показала на определенном участки времени, уже на 30% она выросла. Мы ждем сотни процентов, ну, так как их называют, иксов, то есть умножение капитала. Ну, естественно, друзья, конечно, это инвестиции, поэтому не забываем, инвестируем только те деньги, которые не боитесь потерять. Это основа. Тогда вы будете с удовольствием и с радостью зарабатывать, увеличивать здесь и депозиты, и там приглашать друзей. Здесь больше 6 способов заработка, о которых мы тоже будем рассказывать. Здесь можно вообще просто вложить свои деньги и зарабатывать пассивный доход, получать, как многие инвестора любят. Здесь можно рассказать своим друзьям, они придут, и вы получите и проценты от их депозитов, и там бинарная там система, в общем, матчинг-бонусы. Очень интересно, особенно для активных людей. Но и на пассиве вы видели, я показывал вам результат Сергея, который как бы не хотел на активе сначала заходить, заработал уже на данный момент, сейчас смотрим, сколько он там, $5,400 он уже заработал, плюс, ну, это считайте на пассиве. Здесь плюс на партнерской программе он тоже уже заработал на неделе там как бы $249.
тоже человек, который не умел ни приглашать, не хотел приглашать, и люди сами просто, видя его результаты, видя его, как бы, ну, ту возможность, которую он рассказывал, о которой он рассказывал людям, они сами заходят в его команду, и он получает еще дополнительный заработок. Толик, ты здесь, я тебя перебил, да, извини, да, не да, смог я здесь, но я вижу, что у меня какая-то лажа с интернетом полнейшая, меня выбрасывает постоянно. Я слышал, как, то, что ты сказал, я абсолютно с этим согласен, что риск есть везде, но здесь, что мне очень сильно понравилось, да, никто не обещал 30-50% в день или там, в месяц. Да. Ну, понятно, что если уже такие цифры, это уже так попахивает скамом, скажем. И очень, скажем так, даже не знаю, как правильно выразиться, мне очень зашло, что у них есть такая вещь, как заморозка, да? Когда вот тот пакет буксов, что ты покупаешь, они замораживаются и выдаются равными частями, и это не позволяет обвалить курс ниже их первой стоимости. Это, конечно, вообще шикарно, и поэтому я без раздумий, скажем так, решил. Ну, у них вообще продумано, ты видишь, они взяли модель Binance Coin, и плюс еще добавили свои фишечки, которых не было в Binance. И поэтому здесь очень, очень, ну, хорошая модель, в том плане, что они еще добавили сжигание токенов, плюс, ну, чем меньше, ну, кто не знает, сжигание — это как уменьшается количество тех монет, которые выпущены. Естественно, их становится меньше. То есть меньше монет, больше цена начинает, больше спрос на них. Плюс они еще добавили сюда все, кто будут, у кого будут эти монеты, они будут еще получать процент от доходов биржи. А доходы биржи там просто космические. Те биржи, которые там топ-10, там миллионы долларов. И, как бы, я думаю, вряд ли кто-то будет продавать эти монетки, ну, и отказаться еще от одного пассивного дохода. Поэтому тут все продумано. Плюс, опять же, смотрите, ребята, вот как вам новость совсем недавно... К ним присоединился бывший генеральный директор биржи CoinsBit. Ну, все, кто торгует, знают CoinsBit биржу. Она там, по-моему, или на 14-м месте, на каком-то. Она очень так хорошо за последние несколько лет выстрелила, вышла там в топы. И его пригласили для того, чтобы он занимался развитием данной биржи Bittrex. То есть тоже такое, как бы, ну, как вы воспримете, скажите свое мнение, данную новость. Не, ну вообще отлично. Почему? Когда профессионалы стоят у руля, это очень много значит. Просто. Ну, просто отлично. Конечно, потому что, ну, люди начинают приглашать именно профессионалов, и как раз на стадии они хотят сейчас выйти, уже там строят международные, открывают международные хабы, центры по обучению, уже идут там репортажи там из Азии, из Африки, они там захватывает уже там, ну, там, серьезные, там, так сказать, страны, где будут обучать уже трейдеров, будут продвигать, ну, именно развивается данный проект в плане, там, именно развития как биржи. И у них план, там, за несколько лет выйти в топ-1, топ-10, точнее, бирж, которые, там, ну, криптовалютных, которые, естественно, как только они это сделают, там курс будет, возможно, они даже, ну, я надеюсь, что они побьют и по росту даже там проценты там Binance Coin. Поэтому на данный момент как раз самое время заходить в данный проект, опять же, учитывая все риски, все как бы спокойно инвестировать, потому что инвестирование на самом деле многие воспринимают как казино какое-то там, взять последние деньги, продать почки там, взять кредит, вложить там что-то и ждать потом, а потом рвать волосы, там, прыгать с моста, там, без тарзанки, там, такое. Ребята, на самом деле, ну, как бы, вообще, деньги, они так любят и тишину, и спокойствие, и безэмоциональные такие состояния. Без эмоций вы будете только тогда, когда вы будете инвестировать те деньги, которые не боитесь потерять, которые вы, может, даже посидели, поприкидывали. И как я вообще начинал инвестировать деньги, я просто садился и на листочке себе писал такое, как источники расходов мои, на что я потратил деньги там, или, ну, как в прошлом месяце, например, писал, а потом рядом с каждым источником расходов, такой лавой расходов, я писал там, смогу я
в следующем месяце без этого, ну, отказаться от этого прожить. И на самом деле где-то там 80% всех расходов оказалось, что я могу без них очень спокойно жить. И эти деньги я старался, как только они появлялись. Раньше я пытался куда-то бежать, там, какую-нибудь там кафешку с друзьями отдохнуть, там, какой-нибудь там еще что-нибудь, там, какие-нибудь развлечения, там, или купить какую-то ненужную вещь, там. Жена, конечно, на меня очень обиделась, там, потому что основной источник расходов был, конечно, это ее вещи, которые она один раз одевала, там, или там, а потом и забывала про них. Ну, ничего, потом она радовалась, когда эти же вещи мы покупали уже через время за, ну, за те деньги, которые приходили нам пассивно. Ей эта тоже идея понравилась, она тоже там пытается как бы тоже в этом участвовать, там, ну, по-своему там присматривается, при, как бы, наблюдает за проектами, какие-то она даже там инвестирует те деньги, которые я ей уже научил, там у нее импульсная покупка, все, хочу там платье там за $1000, там. Я говорю, ну вот представь, эти же деньги ты можешь сейчас инвестировать, и через 3 месяца там они там тебе вернутся, и ты будут тебе приносить каждый там месяц по $300, и ты там будешь спокойно покупать там эти вещи уже на те деньги, которые работают на тебя. И я думаю, она, ну, прислушивается к чему-то, как к чему-то нет, ну, как бы это уже так, как бы это женские такие фишечки, у них своя психология. Ну, согласна, на 100% согласна, да.